Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я покажу вам, как перенести данные с одного смартфона Realme на другой. Маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос, загляните в описание к данному видео. Если у вас что-то не получится, в описании есть ссылки на альтернативные способы переноса данных. Итак, приступим. У нас есть старый телефон Realme C25s и есть новый телефон Realme 8 Pro. Со старого смартфона нам необходимо перенести всю нужную информацию, а именно все контакты в телефонной книге, все фото и видеоснимки из галереи, все установленные приложения, по возможности документы, музыку и будильники. В смартфонах Realme для этих целей есть специальное приложение – клонирование телефона. При первом включении нового смартфона в шторке уведомления будет уведомление от приложения клонирования телефона. Также можно запустить это приложение через ярлык на рабочем столе. Разницы нет никакой. Принять и продолжить. Приложению клонирования телефона во время работы требуется разрешение на запись данных настройки. Нажмите кнопку «Настройки». Даем разрешение на изменение системных настроек. Возвращаемся назад. Приложение просит разрешения для доступа к файлам. Снова нажимаем «Настройки». Включаем функцию «Разрешить доступ ко всем файлам». Возвращаемся назад. На старом телефоне заходим в «Настройки». Пролистываем вниз, ищем пункт «Приложения». «Управление приложениями». В строке поиска напишите слово «клонирование». Нажмите на «клонирование телефона». Нажмите на пункт «разрешение». «Контакты». «Разрешить». Нажмите «назад». «Телефон». «Разрешить». Вернитесь на рабочий стол. На старом смартфоне запустите приложение «клонирование телефона». Выберите пункт «Это старое устройство». На новом смартфоне выберите Oppo Realme OnePlus. Старым смартфоном отсканируйте QR-код с экрана нового смартфона. Обратите внимание, приложение для переноса обнаружило 217 контактов, одно SMS-сообщение, журнал вызовов пустой, потому что это тестовый смартфон для съемки роликов. Также можно перенести музыку, документы, настройки, приложения и данные приложений. Нажмите «Начать перенос». Придется немного подождать, все зависит от объема ваших данных. Преимущество данного способа заключается в том, что нет никаких ограничений по объему данных. Один недостаток – если старый смартфон поврежден, то вы не сможете достать данные из него. На старом смартфоне сообщение об окончании переноса появится раньше, чем на новом. Это связано с тем, что установочные файлы приложений уже передались, но установка этих приложений занимает некоторое время. Ориентируйтесь на новый смартфон. Одиннадцать из 22 приложений установились. Ждем. Настройки еще переносятся. Итак, все данные перенеслись. Давайте сравним. Все приложения перенеслись. Ярлыки приложений стоят в том же порядке. Это хорошо. Будильники перенеслись. Контакты перенеслись. Давайте проверим галерею. Все фотоснимки и видео тоже перенеслись. Если вам понравился этот ролик, возможно, понравятся другие ролики на моем канале, подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, делитесь этим роликом со своими друзьями. До встречи в новых видео!